Пожалуйста, не убивайте меня! Я просто зарабатываю себе на хлеб, и оскорбить никого не хотел! Ты уже знаменит, знаешь? Слух о твоем таланте достиг ушей настоящего лорда Рала. Он хочет встретиться с тобой лично. Представьте, лорд Рал, он мог бы появляться вместо вас на обязательных церемониалах, отвлекающих вас от более важных дел. И мог бы служить приманкой для возможных убийц. Хм. Впечатляюще, капитан Маурей. Точно, мой лорд. Весьма впечатляюще. Он действительно похож на меня. Смотрите, брюхо, как у жирной жабы, с сломанной копытом нос и волосы. Истинно мышиного цвета. Возможно, годик каторжных работ в каменоломнях грота приведут твое зрение в порядок, капитан. А этого скормите собакам, пока его не использовали враги. Лорд Рал. Мы закончили, капитан. Со всем уважением, сэр, я привел его сюда не как готовое произведение, а как сырую глину, из которой можно лепить. И если бы вы позволили, я бы изваял чудо. Вы будете довольны. Что думаешь, Эгримонт? Согласен с вашей милостью, мой лорд. У этого жулика нет игра на вашего благородства или природного блеска. Но если его подшлифует капитан Малрой, тогда, возможно, он будет полезен. Допустим, однажды вы захотите убедить некое лицо в том, что вы умерли. По крайней мере, он может стать убедительным тропом. Парень ростом с крысу. Что, поставите его на ходули? Пожалуйста! Я уже достаточно вырос, клянусь вам! Какое облегчение! Два пальца не добрал. Что? Просто закрой глаза, Уолтер, и представь, что ты в океане. Нет! Так мы решили проблему с ростом Уолтера. Покрасили его ужасные волосы. Но оставалось сделать еще очень многое. Неплохо. До сих пор не знаю, как исправить нос. О, когда меня впервые приняли за Рала, один пьянчуга привел его в такое состояние. Выступая, я затенял нос углем, и никто из зрителей разницы не видел. Так мы обманем лишь дурачков из провинции. Но чтобы он был полезен лорду Ралу, нужно убедить даже тех, кто знает его лично. Знаете, я видел, какие чудеса творят за маской из гипса и меда, чтобы изменить уродливые черты. Не нужно меда. Превосходно. Народ Тхары, избрав верный путь к заре новой эры, сплоченные верой в... Стоп! Пока у меня кровь из ушей не пошла. Услышав его, народ сразу заподозрит обман. И тогда лорд Рал нашими головами украсит копья у дворцовых стен! Генерал, Уолтеру не надо даже открывать рот. Он просто должен стоять на балконе, играть свою роль и махать толпе рукой, как лорд Рал машет. Ну-ка, Уолтер, покажи генералу, как красиво ты машешь рукой. Но если вы хотите быть тем, кто сообщит лорду Ралу, что ему следует прервать пир и лично явиться, стоять на скучных молениях, желаю удачи. Превосходно! Выходи на балкон! Да пребудут с нами духи!